Всем привет! Сегодня будем разбирать узор для жилета. Раппорт узора составляет 16 петель на 2 ряда. Для примера надо набрать 23 петли воздушные. 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Вот так. Держим петельку. Набираем 2 воздушные петли. Отступаем 2 петли. 1, 2, 3. 5 петель назад. Вывязываем 2 столбика с накидом в одну точку. 1, 2. 2 воздушные петли. И в ту же точку еще 2 столбика с накидом. 1, 2. Мы связали первый элемент. Набираем 3 воздушные петли. Отсчитываем 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Входим в шестую соединительным столбиком. Простите, это не соединительный столбик, это столбик без накида. Вот так. Набираем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Пропускаем 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Входим в седьмую. Столбиком без накида. Затягиваем. 3 воздушные петли. Схема будет в контакте. Пропускаем 3 петли, заходим в четвертую и вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. 2 воздушные петли и еще в ту же точку 2 столбика с накидом. 1, 2. В конце ряда последнюю петлю мы провязываем столбик с накидом. Первый ряд связали. 3 воздушные петли. Переворачиваем работу. Входим вот между двумя элементами в арочку и вывязываем точно такой же элемент. 2 столбика с накидом. 1, 2, 2 воздушные петли. И в ту же точку, под ту же арочку, 2 столбика с накидом. 3 воздушные петли. И вот в эту большую арочку, которая у нас была, мы вывязываем 6 столбиков с накидом. 1, 2, 3, 4, 5. 6. 3 воздушные петли. Заходим в арочку между двумя элементами предыдущего ряда и вывязываем точно такой же элемент. 2 столбика с накидом. 2 воздушные петли. И в ту же арочку 2 столбика с накидом.
последний, вот сюда, в третью петлю подъема, мы вывязываем столбик с накидом. Второй ряд связан. 3 воздушные петли. Переворачиваем работу. Вывязываем точно такой же элемент. Заходим под арочку. Вывязываем 2 столбика с накидом. 2 воздушные петли. В ту же арочку 2 столбика с накидом. 3 воздушные петли. Вот сюда, вот в третью, петлю мы заходим соединительным столбиком, ниточку затягиваем, 6 воздушных петель, 4, 5, 6, заходим, пропускаем вот этот элемент из 6 столбиков с накидом, заходим в первую петлю. И вывязываем столбик без накида. Итак, 3 воздушные петли. Заходим в арочку, вывязываем точно такой же элемент. 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом. Последнюю петлю, третью петлю подъема, мы провязываем столбик с накидом. Третий ряд связан. Мы связали один раппорт узора. Теперь что мы делаем? Давайте мы свяжем еще один. Да? 3 петли подъема. Переворачиваем работу. Заходим в арочку, вывязываем 2 столбика с накидом, 2 воздушные петли, 2 столбика с накидом в ту же арочку, 3 воздушные петли. И то, что мы вязали арочку, вот эту вот, мы сюда вывязываем 6 столбиков с накидом, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 воздушные петли. Заходим в элемент вот в этот и вывязываем 2 столбика с накидом. 1, 2. 2 воздушные петли и еще 2 столбика с накидом в одну.